цветочного дома «Сирень». И вопрос. Как вы думаете, кто вас поздравляет сейчас? Наверное, сын Экели. Но это просто волшебство какое-то. Сердце мамы всегда чувствует, поэтому давайте похлопаем. Да, 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 да. Именно ваш сын Фердаус Ака и ваша невестка, уже не невестка, а дочка Сабина, вас поздравляют с днем вашего рождения. Желает вам всего самого наилучшего, что вы есть на этом белом свете. И, конечно, знаете, что я хочу сказать. Фердаус Ака позвонил мне и сказал, я пошлю вам несколько строк. Несколько строк, пожалуйста, прочтите это от моего имени. Поэтому, уважаемая Гульнара Давровна, разрешите мне прочесть письмо любимой мамочки. Если вы готовы, тогда мы начнем. Погромче, погромче. Сейчас. Это я сам когда читал, честно растрогался, поэтому, любимая мамочка, послушай. Моя милая и любимая мамочка, пусть я за горами, но ты всегда в глубине моего сердца. Ты самый родной и близкий для меня человек. Ведь именно ты всегда ободряешь меня своими драгоценными советами. Помогаешь, поддерживаешь словом и делом. Ты всегда веришь в меня и не даешь отпустить руку. Я горжусь такой заботливой, нежной, любящей и всегда понимающей мамой. В глубине души я искренне благодарен тебе, мамочка, за твой бесконечный труд и упорство во благо нашей семьи. Помни всегда, мамочка, ты самый главный человек в моей жизни. Хочу искренне попросить у тебя прощения, если иногда огорчалась из-за меня. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, доброй, нежной и оптимистичной. Крепкого здоровья тебе и благополучия во всем. Больше радостных событий и большого счастья. С днем рождения! С днем рождения, мамочка! Я тебя очень сильно люблю и очень сильно скучаю по тебе. Твой любимый сын Фердаус. Вот такие прекрасные послания послал ваш любимый сын Фердаус Ака, и, конечно же, ваша крика Сабина. И знаете, еще, как говорится, лично от нас, от имени вашей семьи, хочу что вам пожелать. Не говорите, что жизнь печальна. Не говорите, что тяжко жить. Сумейте сквозь трудные преграды смеяться, верить и любить. Вы самое дорогое, что есть в жизни ваших детей. Вы их богатство. Вы их опора, вы их надежда. Мы всегда желаем вам, самое главное в мире, это здоровье.